Сразу три новые игровые спортплощадки были открыты в Уральске. Радости маленьких жителей города не было предела. Помимо качелей и горок установлены тренажеры, турники, а также игровые поля для футбола и баскетбола. Вопрос строительства новой игровой и спортивной площадки для детей ежегодно поднимался с жителями поселка Желаево. Буквально за пару месяцев здесь появилась современная комплексная площадка, где ребята смогут играть в мини-футбол и заниматься воркаутом. Радость юных желаевцев разделил аким города Абат Шыныбеков. Строительство детской спортивной площадок было запланировано еще в прошлом году. В этом году данная идея была реализована. Сегодня я горд разделить с вами эту радость. Данная работа будет продолжена. На повестке стоит также вопрос общественного транспорта, который найдет решение в ближайшее время. Еще раз поздравляю жителей Желаева с открытием современной площадки. Новые горки, качели, спортивные сооружения для занятий спортом. О таком здесь даже не мечтали. Радуется Рахметулла Аделов. Поселок с каждым годом преображается и становится краше. Мы мечтали хотя бы, чтобы нам асфальт сделали. А сейчас у нас дороги, газ, свет, вода, освещение, улицы чистые. Вот площадку построили. Да, даже и не мечтали, что детям такое будет. Вон они как радуются. А то одна площадка была возле детского садика и все. В новой школе, но она далеко. Такой же спортивный игровой объект открылся и во дворе дома по улице Есенжанова. Здесь малыши уже с азартом играют на новой площадке, осваивая то одну, то другую горку, а постарше гоняют мяч по футбольному полю. Мы живем здесь 7 лет. Площадки у нас, конечно, не было. Мы ходили в соседний двор играть. А вот сейчас уже подросли. Как раз мы очень рады, что у нас теперь есть своя площадка, что нам не надо ходить в соседний двор. Спасибо. Строительство площадки было начато в июне месяце. За короткие сроки на площади 950 квадратных метров, помимо качелей и горок, установили тренажеры, турники. Есть игровое поле для футбола и баскетбола. 2 месяца мы тут работали. Общая сумма договора составляет 22 миллиона тенге. И в данный момент мы закончили все и сдаем в эксплуатацию. Данный момент детская футбольная площадка 510 квадратных метров, детская площадка 200 квадратных метров. Кроме того, здесь же был запущен общественный проект «Аула Фит» – фитнес в шаговой доступности. Идея заключается в том, чтобы жители многоэтажных домов занимались спортом у себя в дворе. При этом тренировать их будут профессионалы, отмечают представители Управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области. Проект был запущен 1 июля. В Уральске охвачено 9 многоэтажек и в Аксае 1 дом. Цель – повышения массовости и развития физической культуры и спорта. Таким образом, западноказахстанцы получат возможность заниматься спортом на бесплатной основе с профессиональными тренерами в своих дворах. Небольшую, но новую игровую осваивают ребята, проживающие в микрорайоне Кунаева. Детская площадка появилась во дворе домов номер 16, 17, 18, 19 и 20. Теперь родителям не надо волноваться за своих чад. Им есть где проводить досуг, уверяют они. Необходимо отметить, что работа по благоустройству дворовых территорий Уральска будет продолжена. И такие площадки в скором времени появятся и в других микрорайонах. Альбина Кумаргалиева, Рустем Ищанов, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.